Очень плохо, но мы сейчас справимся. Молодчик! Умница черный, здорово! Терпи! Реф! Но он в голову бьет, реф! Вот сломали человека! Брат, десятку получил. Я давно десятку не получал. Давай, давай, погнали, мужички, посерьезней! Давай, мужички, давай, давай, Моча, давай, Мепа. Мепа уже под съем идет, не надо что-то базарить. Давай, мужики, очень важный матч, считайте, что плей-офф начался. Давай, погнали! Давай, давай, Заяц, заводи, как умеешь, давай. Давай, погромче, поярче, почетче. Давай, пан, забрать начало. Можно? Кати, кати! Да, запираем, хорошо. Ерема, зверь, молочим. Уважение тебе, Ерема. Надеюсь, ты посмотришь его. Тебе респектосик, Еремочка. Ай, здорово! Очень плохо, но мы сейчас справимся. Все будет хорошо. Я сам с собой разговариваю. Контент делаю. Можно, можно! Чуть не направил, да, ворота? Ты же коснулся ее? Дядя Дима там. Хороший, хороший мужик. А? Ты меня слышишь, что ли? Ты как же вообще кайф. Это я с тобой могу поговорить? Да не, мы сегодня выиграем. Да, домой, 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 домой. Домой! Сидит она. У меня микрофон. И все, и замолчала. Ну, можешь помахать, он видишь, он машет. Давай, 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 ребятки, так же продолжаем. Молодчик, Рома, красавчик. Сейчас сменку зарядим, хорошую. Зайка, забирай вбрасывание. Давай, Зайка, забирай. Тоже неплохо. Иди, иди, иди. Да ладно, снизу под клюшку. Снизу под клюшку, ну что придумывать-то? Пирог сейчас сломает этот борт. Говорю, сейчас сломаешь этот борт. Если что, у меня микрофон. Я буду стараться делать интервью. Мини-интервью с каждым игроком. Вот видишь, Бага меня похвалил. Два мата в ответ. Ну, это уже как бы как тебя воспитали. Точнее, даже знаешь, как это не как тебя воспитали, тебя, скорее всего, воспитывали правильно. Просто ты не воспринял. Все, черный, давай психологические. Понимаю, для тебя трудно, Пира. Да, да. Краткий комментарий по матчу. Что скажешь по первым 8 минутам? Первое не плохое движение. Побольше концентрации для передачи. Молодец, Фил. 5 тебе за урок хотела. Ай! З**и с этими падениями. Можно, можно, Тюль? Кто пойдет, ребятки? Кто? О, нет, еще долго, что ли, я не буду выходить? О, нет. Хочется поиграть. Здорово, Ерема. У нас герои этого выпуска будут дядя Дима и Ерема. Да, давай, я Алиса. Нормально, у меня работает голова. Ты пирога, я Алиса. Дядя Дим, только это не вставляешь, что у меня там с головой ничего в порядке. Умница, Тюль, умница! Спокойно. Дай, дай! Продли! Встал немножечко. Совсем чуть. Надо кофе-брейк сделать. Хороший проход. Блин, реально хорошо обыгрывал. Обидно чуть. Еще не забил. До тебя. Молодчик! Умница черный, здорово. Терпи. Блин, неприятно. Не, мышцу пробило просто. Ничего. Давай. Не отдадут просто так игру, надо кусаться. Там она. Сава, красава. Парнишка из моего города, из нашего города, из родного, из Пензы. Хорош. Всем, кстати, пензенцам привет. Пензенцам, пензюкам, всем. С хорошим настроением шли. Да. На перерыв. Это хорошо. Давай, Филипс. Берег. Что я сделал? Давайте обычно сделаем перекат. Перекат. Можно, можно! Ай, здорово, Тюля! Я у тебя с крюка забрал? Извини, Тюля. Разворота, когда ты бросал, пропусти ее, там Тюля вот. А, ну я не видел. Тюля молчит. Тюль, ну ты крикни мне, слышь, Тюль. Ты мне моргни хотя бы. Да, 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 сюда переводим. Надо здесь. Ну. Я уже бежал гол забивать. Давай, 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 давай. Не наш хоккей. Надо выходить из зоны. Хорошо, Ерема, здорово. Давайте, ребятки,
Давайте включимся, хватит уже! Тихо. Я когда под тебя отскочу, мне дай и уводи игрока, блокируй. А верба тут под сходу, понял? Я заряжен! Да, то, что ты заряжен. Ты видел, как я бросил? Я так никогда в жизни не бросал. Это все Бауэр. Бауэр, пожалуйста, напишите мне. А. Бауэр просто легендарная фирма. Я очень хочу играть в ваши формы. Слышь, Черный, еще раз пойдем большинство. Вставай ближе на дугу, понял? У них за ворота открывается. Ты забыл сейчас сказать? Они прям с закрытыми глазами туда бросают. И ты под воротами был, когда я в перекладину попал? Пан, ты перекрывал, молодчик, брат. Уважение заслуживает такое перекрывание вратаря. Дим, кстати, ты ничего не показал. Хороший бросок, да, у меня был? Я бы тебе посвятил гол, сразу тебе говорю. Болельщиков все немного. Это хорошо. Приятно. Вот бы всегда так ходили, на самом деле. Палить-то не надо. Давай, период 0-1! Никит Павлович при этот взгрустнул немного что-то. Наш массажист. Пока я жду своей смены, можно поговорить. Хотел бы передать привет большой своим родителям, маме, папе. Я их очень сильно люблю. А другу своему хочу передать привет. Он тоже занимается хоккеем, играет в моем родном городе, в Пензе, за хоккейный клуб «Дизель», вратарь Артем Арзамасов. Будущее хоккея. Всем своим близким, родным, близким, друзьям, всем, кто сейчас в Пензе там наблюдает, следит за мной, тоже большой привет. Очень приятно, что смотрите. Минутка лирики. А сейчас включаемся. Пошла возня. Диман. Тихо, сиди, Ирем, сиди! Дим, наколдуй там что-нибудь, я уже забил, а? Не могу. Давай, Верби, поищи бросочек синий, мы там покопаем. Давай, Филипп. Впереди! Ходи, пан! Реф! Но он в голову бьет, реф! Вот сломали человека! Оп, Сава! Умница! Если бы сразу не отдал центр, 1-0 бы мне катнул. Здорово, молодчик, а! Здорово, мужички! Черный, здорово дал! Он мне сразу сунул клюшку и все. Тебе надо подальше в таких случаях отскакивать. Да я что-то сначала перекрывал, потом все отъехали от меня. Нормально, загнал! Эй! Нормально зашли! Отдохнешь, старый! Так я его просто катнул! А можно вопрос, если 10 минут, мне для чего сидеть? Ну я всю игру, типа, играл с микрофоном. Меня как удалили, надо поставить вставку, типа, из Ералаша. Пара-пара-пам. Пам! У нас дилемма, у Карага и у меня. Он спрашивает, кому давать душу. Подождите. Хотя мы еще не выиграли. Да. Верно, внимательно, к тебе пойдет. Хорошо, давай, пана! Держи! Спокойненько. Пан. Пойди за него, я прям попробую на точке оставить. Здорово, ребята, здорово! Красавцы, здорово, ребятки, молодчики! Молодчики, ребята, молодчики! Давай! Наши огни ярче горят, пусть что хотят, да нам говорят! Молодчики, парни, удачи там в плей-ин. Ждем вас в плей-офф, мужики. Ждем в плей-офф вас, давайте. Брат, десятку получил. Я давно десятку не получал. Главное, что выиграли. Согласен. Быстренький, по игре хочу сказать спасибо большое. Очень классный опыт. Болельщикам всех с нашей победой, с общей нашей победой, с выхода в плей-офф. Поэтому ждем всех на матче плей-офф. Будем показывать такой же хороший, качественный, красивый хоккей. Я обещаю, больше не буду удаляться так жестко. Все, всем привет, передаю все лучшие. Всем пока-пока.